Город превращается в пикниковую зону. Шашлычники захватывают дворы. На Новомытищинском 88 корпус 1, к примеру, с мангалами выходят с самого утра. Главное тут пожарная опасность, в случае чего огонь перекинется на дома. В законодательстве, правда, есть только запрет на открытый огонь в жилой зоне. Если дрова жгут прямо на земле, отдыхающих ждет административная ответственность. Если стали свидетелями этого, можете звонить в 112. Про мангалы, увы, ничего не сказано. Вероятно, расчет на здравый смысл, кто будет готовить шашлыки возле многоэтажки. Но некоторые умудряются устраивать пикники не то что у домов, на балконах, крышах и даже в школьных дворах. Следующее происшествие с камер единого центра тоже могло обернуться большими неприятностями. А чего еще ждать, когда теряешь такую важную часть автомобиля, как колесо? Это и произошло с легковушкой на полном ходу на пересечении Олимпийского с Волковским шоссе. Железный конь неожиданно стал трехколесным. Последствий чудом удалось избежать. Но задуматься стоит, то ли болты давно не подтягивал, то ли наоборот, подтянули недавно в какой-нибудь шиномонтажке на окраине. Жанна Лавяникова, Денис Петров. Информационная программа «День».